Уборочная кампания продолжается. В эту горячую пору хлеборобы Солигорщины трудятся с раннего утра и до позднего вечера. Первых тысячников страны уже наградили на территории сельскохозяйственного предприятия Кухчицы Клецкого района. Что касается Солигорского района, то на утро сегодня уже убрано 10% площадей, 2155 гектаров, намолочено 7300 тонн. Урожайность составила 33,8 центнеров с гектара. Лидером уборочной кампании по-прежнему является открытое акционерное общество «Горняк». В хозяйстве уже завершена уборка озимого ячменя на площади 400 гектаров, намолочено 1640 тонн зерна. Полгода, во-первых, засуха, которая была во время налива ячменя, она сократила урожай на минимум на 10 центнеров с гектара. В прошлом году у нас немножко была лучшая урожайность, в этом году похуже чуть-чуть. Так что если вот на озимую пшеницу и она меньше повлияла, или на озимое тритикале, то на озимый ячмень его зацепило больше. Яровые, зерновые пока неизвестно, но тоже, кажется, яны сильно не пострадали. У нас 6 комбайнов. Ну и отвозки 5 единиц, так что мы справляемся. Сейчас идем, зерно идет влажностью 12,3, 13,6, так что оно только очищается. И уже положили 400 тонн себе на фураж. Ну, сейчас будем семена заготавливать. Хорошие темпы также показывают решающий и большевик агро.